Вот, 66-й год. 16 октября вот, была сухая солнечная погода с небольшими, очень с небольшими осадками. В этих архивных книгах данные за многие десятилетия. Погодные наблюдения в Дарвинском заповеднике ведутся с момента основания охраняемой территории. С 1989 года на метеостанции работает Вячеслав Немцев. Каждый день, каждые 4 часа специалист приходит на этот пост, чтобы зафиксировать для истории очередную порцию погодных капризов. То же самое, что на почве. То же самое термометр срочный, термометр минимальный, термометр максимальный. Плюс влажность воздуха. Два гигрометра. Один нормальный, другой дополнительный. В программе наблюдения огромное количество показателей. К примеру, видимость. Ее определяют по специальным точкам на берегу водохранилища. За ветер ответственны две метеомачты. Здесь традиционный осадкомер. И, разумеется, в заповеднике есть гидрологический пост. Наблюдение за состоянием Рыбинского водохранилища, ради которого и создавался заповедник, обязательный пункт программы. И да, Рыбинское водохранилище изменило климат Вологодской области, подтверждает Вячеслав Немцев. Состояние льда дает весной холод, зато осень стала теплее. Однако даже гигантскому водоему удержать это тепло под силу всего лишь на 1,5-2 недели. А вот что кардинально определяет структурные климатические сдвиги, так это вырубка лесов, считает специалист. Лес, настоящий лес, вот, он дает вертикальные потоки воздуха, которые уменьшают действие циклона. То есть, если циклон идет с Атлантики, когда он проходил по территории лесов, вот он ослабился. Сейчас он идет со скоростью поезда. Поистине хищническое отношение к лесам – главная климатическая проблема, подчеркивает Вячеслав Немцев. О массовых вырубках, в том числе в Вологодской области, мы уже рассказывали в программе «Заметки натуралиста». Архивные выпуски доступны на сайте 35Медиа, а также на нашем YouTube-канале. Новый выпуск программы готовится к эфиру на 7 ноября. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, новости.